Добрый день, уважаемые добрый день участники нашего мероприятия. Я от лица руководства управления Петербургской области, от лица общества, рад вас приветствовать здесь, в этом замечательном зале, Апатия Динамо, Апатия Петербургской спортивной организации страны. И надеюсь, что то мероприятие, которое сегодня организовали для вас, оно понравится, оно несколько необычное, отличается от обычных спортивных мероприятий. Здесь от вас потребуется спортивная подготовка, ловкость и смекалка. Потому что, ну, еще раз говорю, необычные мероприятия, мы сегодня вас приготовили. Отдельные слова хотел бы хотел сказать устроителям мероприятия, достаточно общества «Динамо», прикольному клубу, прискорбный директор, который любезно согласились поучаствовать в нашем мероприятии. Я думаю, что вы получите сегодня заряд позитива, радости, удовольствия. Мы призываем вас от себя, от общества «Динамо» заниматься спортом, поскольку спорт – это все здоровье, тело, здоровье. Поэтому удачи вам, спортивную удачу в первую очередь и хороших эмоций на сегодняшнем мероприятии. С праздником, спасибо. Сейчас я проведу инструктаж. Если у вас будут какие-то вопросы, обращайтесь ко мне в конце инструктажа. И сегодня будем играть в игру под названием «Лазертаг». В нее играет вот таким оборудованием под названием «Тагер». И у нее есть две кнопки. Первая кнопка – это включение-выключение. Ой, она находится вот здесь. Ее нужно не нажимать во время игры, потому что если вы ее нажмете, он будет стоять пораженными, он будет стартовой базы и не играть. Вот, и вторая кнопка – имитирующий спусковой крючок. Когда на нее нажимаете, «Тагер» вас стреляет. И также у вас присутствует кнопка перезарядки, она вам понадобится в дальнейших действиях, потому что вам наиболее удобно сделать пойму. Заканчивается первая пойма, вам нужно перезарядиться. То есть вы стреляете во время игры, и патрон в какой-то момент у вас качается, вам надо нажать на эту кнопку один раз. Вы нажимаете, и тагер вас перезаряжает. И также у вас на голове присутствуют вот такие повязки, в которые нужно будет стрелять. Если будете стрелять по ногам, по рукам, ничего не произойдет. И вам на игру дается 4 жизни. Обратите внимание, когда я попадаю первый раз в игрока. Я ранима. Когда я попадаю, мой тагер говорит хэдшот. Это означает, что я попал. Тагер противника говорит, он ранен. У него остается 3 жизни. Я ранима.
Остается две жизни. Последняя жизнь. И... Игрок потерян. Возвращаемся на базу. Все, после того, как вас поразили во время игры, вы отмечаете себя пораженным игроком и покидаете поле самым кратчайшим путем к своему стартовому баннеру. Во время игры, после того, как вас поразили, вы должны проходить молча, потому что подсказки со стороны пораженных игроков запрещаются. Все, когда вас поразили, вы возвращаетесь на стартовую базу. Вы начинаете со стартовой базы. Одна находится с левой стороны, другая справа. Перед началом игры будет звучать команда 10. 10 секунд дается, чтобы вы подготовились, и после чего будет звучать старт. Во время 10 секунд ваш ствол таггера должен убираться в стартовую базу. Если вы этого не сделаете и будете каким-либо образом оторвете или просто не уберете таггер в баннер, будете считаться пораженным. И будете стоять там. И также вы будете пораженными в том случае, если вы зайдете за границу поля. Наступаете на белую часть, ну, на голубую часть поля, вы считаетесь пораженным. То есть до нее нельзя заступать. И будете играть до 2 очков. То есть, чтобы получить 1 очко, нужно всех поразить и в конце игры нажать на стартовый баннер. То есть вам будет просуждаться потом очко. И так будем играть до 2 очков. И также будем соблюдать дистанцию. 3 метра. Она нужна для того, чтобы вы не ударили друг друга таггер. Если вы не будете соблюдать эту дистанцию и начнете стрелять в упор противника, то вы будете тоже считаться пораженным. И оба покиньте площадку. Есть какие-то вопросы? Сейчас, ребят, вы проходите наверх, сейчас будет демонстрационная игра, и мы уже будем приглашать команды, и будет проходить на старт. Да, вас будут считаться аналогично судьи-информатор, Любовь Владимировна. То есть, вы приглашаете на старт баса, она будет находиться слева и справа, то есть аналогично судить. Всем ясно? Да. У меня все, всем спасибо. Thank you.
для сдачи нормативов. Остальные три команды «Стрела», «Молния» и «Русские витязи» сейчас посетят выставку оружия. Время вам дается 15 минут. Через 15 минут все команды меняются местами. То есть «Стрела», «Молния» и «Русские витязи» придут в мягкий зал. Я со своими коллегами являюсь сотрудниками отряда специального назначения «Гробан» команды России «Буланской области». Наша задача входит в задержание опасных, особо опасных преступников, также лиц причастных к незаконному обороту наркотиков. В ходе нашей повседневной деятельности служебной мы можем сталкиваться как с вооруженным сопротивлением, и поэтому для защиты нас от данного сопротивления мы можем использовать специальные защитные средства, к которым относятся средства бронезащиты. У каждого сотрудника нашего имеется три вида бронежилета. Да? Самый тяжелый из них – это модуль, весит порядка 20 кг, 19,8. Модуль полегче «Багария» идет, 13,8 кг. И «Кара» – самый легкий, он как бы второго класса защиты, то есть он больше жилых ранений каких-то. Весит в зависимости от размера до 2,5 кг. Для защиты головы. Используем тактический сценарий. Имеете у нас бинокли, в данном случае это монокли, чтобы наблюдать за происходящим, не знали, не видели. У каждого сотрудника, на каждом автомобиле у нас имеется радиостанция со своим позывным. Они рабочие, автомобили, на котором мы приехали, тоже стоит станция для переговора. Потому что связь при проведении какой-то операции – это самое главное. Блестящих успехов мы с детства лелеем сердца. И спорта кумира, портреты у нас, это звезды и глаза. Турниры, этапы, заезды, фигуры, драйвы, голы. Все ради желанной победы, все ради прекрасной. Победы клич звенит в устах. Олимпийские надежды, держи весь мир в своих руках. Олимпийские надежды, держи весь мир в своих руках. Приближается День Победы. Я вам проповедую тоже. Вчера нас собирал мэр города,
награждал нам нас медалями, ну, это кто, значит, воевал, а вот блокадников тоже признали ветеранами. Вот, награждал нам медалями 75 лет, значит, победы награждал. Но он говорил, что обязательно вот надо с вами встречаться. День 9 мая, День Победы. И его мы вечно будем чтить. Если одного человека жизнь бесценна, а 20 миллионов жизней как ценить? А они такими же ведь были. И жизнь любили так же, как и мы. Только молодые с ней расстались. Земли русской славные сыны. Если б не они, то нам не жить бы. Шли на смерть и знали наперед. Никогда не встанут на колени мать Россия и ее народ. В памяти народной сотрутся Куликово поле и Бородино. Курская дуга, победа в Сталинграде их подтвердили. Русских победить не суждено. И русским нам чужих земель не надо. И войны никакие не нужны. Борьба за мир мы знаем, дело свято. И отстоять мир на земле должны. Свершилась победа в день весенний. И благодарный русским мир живет. И вся природа в честь ее святыни. Для всех живых нам каждый год цветет. И дальше. Это было давно. Это было недавно. На защиту отчизны поднялся весь народ. С великою верой в святую Россию. И что рано или поздно победа придет. Тогда наши отцы уходили в герои. Под фашистские танки с гранатой ползли. Умирали, сгорали, из пепла вставали. Наши русские люди, нашей русской земли, нас фашистская нечисть уничтожить хотела, чтоб земля с нашей кровью поросла вся быльем. В деревнях из домов мирных граждан сгоняли, запирали в сарае и сжигали живьем. А в Освенциме печи беспрерывно дымили, и людей, как дрова, в этих печках сжигали. Сотни, тысячи в них превратились в пепел. Этим пеплом фашисты поля удобряли. Но настала расплата для фашистской орды. Для истории память на все времена. Наши русские люди, солдаты, на Рейхстаге писали свои имена. И не надо печали в день Великой Победы. Ратный подвиг исполнен, отдан Родине долг. Чтобы дети России не стали рабами, чтобы смех их веселый и звонкий не смолк. Этот праздник святой, день Великой Победы. И не надо нам в том никого убеждать. А наши мальчишки пусть в космос играют, ведь вам же иные миры открывать. Не забудем и павших героев в сражениях, и светлой этой памяти будем верны. А традицию праздника примите, потомки, но только бы не было больше войны. Вам вперед дорогу, учитель, учеба вам самое главное. Молодцы. Мы живем в самой сильной стране, самый мощный вне всяких сомнений. Физкультурной поддавшись волне, на пути мы великих свершений. Быть здоровым и ловким легко, вся страна как большая команда. В выполнении нам ГТО покоряем высокие планки.
развивайся и дух закаляй. Энергичным, будь быстрым, активным. Всех вокруг спортом ты заряжай.